привет! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». И обо всем самом интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю, вы узнаете прямо сейчас. Пожалуй, стоит отметить, что самое яркое событие произошло все же не в самом городе Рязани, а за его пределами. Село Исте Старожиловского района уже во второй раз стало местом проведения международного фестиваля мастеров кузнечного дела. Предпоследние выходные лета – отличный повод для того, чтобы выехать за город. А минувшая суббота еще и ознаменована весьма интересным событием. В селе Исте Старожиловского района прошел второй международный фестиваль «Секреты средневековых кузнецов». Те, кто не поленился встать пораньше в субботнее утро и доехать до Исте, увидел разные способы и техники работы с металлом. Однако древнее ремесло далеко не все, что могли увидеть гости. Старинные кузнечные обряды, выступления фольклорных коллективов Рязанской области, показательные выступления и мастер-классы дружинников – и все это под чарующие звуки средневековой музыки коллективов «Лос Флорум» из Екатеринбурга. Желающим разрешили прикоснуться к тайне. Любой гость мог сам выковать подкову или гвоздь под чутким руководством мастеров. Я посмотрела по газете, попросила маму с папой, чтобы меня туда отвезли. Я поехала, вот сюда увидела и захотела монеты сделать. И как, сложно вообще? Сложно было ковать? Не очень. Не очень? То есть не тяжело совсем? Нет. А что у тебя получилось? Покажи нам, пожалуйста, что это такое. Монеты. Фестиваль проводится раз в два года. Большинство участников – профессиональные мастера. Один из них, Виталий Васильев, открыл фестиваль с зажжением огня от гвоздя без использования спичек или зажигалок, что является признаком высокого кузнечного мастерства. У каждого мастера своя специфика и свои секреты. Кто-то рассказывал, как выковать дверную ручку или подсвечник. Кто-то говорил о холодном оружии. А Леонид Григорьев из Тверской области вместе с сыновьями поразил гостей железными розами. Приятно то, что это такой материал, который вроде бы кажется непослушным, не подчиняемся, более выше ваших сил, которые не согнуть, ничего с ними не сделать. А ты берешь просто и хоть в узел его завязываешь. И когда кажется, что вроде бы такой вот, не поддающийся такой вот вообще, не то что физически, а психологически он так воспринимается, не поддающийся обработки материала, только на станках, еще что-то. А понимаешь, что руками можно даже и такое вот сделать. То есть самый твердый металл просто взять и сделать розочку там, или цветочек, или виноградную лозу, или подсвечник. Лежишь, смотришь, вроде бы идешь, старая железяка лежит, лежит, помирает. Посмотрел художественным взглядом, смотришь, оно у тебя уже так уже превратилось такой в оригинальный подсвечник. Берешь и раз на следующий день там в таком азарте ее там бьешь, раз, смотришь. Красивая вещь получилась. Отжег, покрасил и хорошо, слава богу. Гвоздем праздника стала кузнечная свадьба. Новоиспеченным супругам предложили начать ковать свое счастье прямо здесь и сейчас. Два стальных сердца, навек соединенных огнем, стали символом крепкой любви. У нас есть гвоздь и сердце. Теперь, наверное, ваша семья будет крепче, как вы думаете? Да, крепче, чем обычные. Рязанцам кузнечное ремесло явно пришлось по нраву. По сравнению с прошлым фестивалем, который состоялся два года назад, посетителей значительно увеличилось. Почему праздник так понравился гостям, ответили они сами. Это очень красиво, это очень хорошо. Это, как вам сказать, это кто с металлом связан, это вообще... На всю жизнь. Да, всю жизнь, да. Всегда интересно, хоть некоторые отрицают, что старина это как-то не по-современному, но все равно людям это интересно. Потому что наши это, потому что мы русские люди. Чтобы наша молодежь знала свои корни, знала свою историю, что и как было, это всегда только плюс от этого. Мне кажется, всегда будет плюсом, нежели чем они будут сидеть дома и играть в игрушки. Узнавать свою историю. Потому что это творчество. И это реальная вещь. Вот, это катана не катана, кубики называется меч. Это не китайская подделка за 2000 рублей. Это реально боевое оружие. И они демонстрировали его. То есть это, конечно, не может не восхищать и не вызывать восторг. А у ребят не возникло случайно желание тоже заняться чем-нибудь таким ручным делом, трудом? Не знаю, как у ребят, у меня точно возникло. Конечно, интересно было бы сделать своими руками что-то. Как, не возникло у вас? Может, попробовать что-то сделать? А? Я не хочу. Долго. Рядом с кузнецами располагалась выставка археологической экспедиции древнерусское поселение Исте-2. Металлургическая база старой Рязани.
Мало кто из рязанцев знает, что на территории нашей области добывалась и обрабатывалась руда. Еще с петровских времен стоит в центре Истия огромная доменная печь. По словам вице-президента Союза кузнецов России Леонида Архангельского, именно эти факты истории отчасти и послужили причиной создания фестиваля. Как и то, что в Исте находится действующий чугуноплавильный и железоделательный завод, один из старейших заводов России. А я вот с нетерпением ждала осени, потому что снова, наконец-то, открывается концертный сезон в моем любимом кафе «Старый парк». Ну вот, дождалась. Совсем недавно там прошел концерт группы «Уездный город». Правда, я ничего об этой группе не знаю, но ты мне расскажешь. Действительно, осень – время поэтов, музыкантов и неисправимых романтиков. Творческие коллективы обычно с нетерпением ждут ее наступления, чтобы вынести на суд зрителя то, что наработали за летний период. В кафе «Старый парк» сезон открывается в последние дни лета. Обычно здесь проходит концерт, где свои песни исполняют рязанские группы. Каждый новый сезон «Старого парка» открывался фестивалем, где просто выступали резиденты, завсегдатые, те, кто обычно играет сольные концерты в «Старом парке». За 4 года эта практика несколько поднадоела, и решили придумать что-то новое. Так и родилась идея этого фестиваля. Итак, в этот раз открытие сезона получилось необычным. Насколько успешным стал эксперимент, судить только зрителям. Рязанские музыканты поют песни других рязанских музыкантов, пытаясь их представить как-то по-новому, с неожиданной стороны. Так, как сами авторы, возможно, даже не представляли себе эти песни. Такого в Рязани, насколько я знаю, еще не было. Организатор решил сделать такой фестиваль, чтобы рязанцы пели песни рязанцев. То есть никто не поет свои песни сегодня. Сегодня все поют песни друзей и своих коллег по рязанской рок-сцене. А для вас это интересный опыт? Это очень интересно, потому что это что-то новенькое, такого просто не было. Один из резидентов «Старого парка» – группа 118. Они, как и большинство рязанских исполнителей, собрались в коллектив совершенно случайно. И теперь вместе исполняют легкий рок. Как получилось, что вот вы собрались и решили действовать коллективно? Я долгое время писал песни, потом подумал, что надо с кем-нибудь поиграть. Если начинаешь писать песни, если они в рок-стилистике, то это как-то подразумевает под собой, что что-то будет дальше, если ты это не бросаешь на полпути. Дождь за окном, семенящий совсем по-осеннему, не испортил теплой, почти семейной атмосферы, царившей в этот вечер в Старом парке. Мягкий свет, живая музыка и добрые друзья. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым? Дошла до лодки ломаной, что помнит обо мне. Под нею заколдованы все камушки на дне. И море все просило к себе одну меня. Одно из самых ярких воспоминаний моего детства – это воспоминание о том, как я вот здесь, у цирка, каталась на пони. Наверное, все мы хоть раз в жизни здесь, у цирка, катались на пони. А у тебя потом не возникло желания заняться конным спортом? Ты знаешь, я до сих пор люблю лошадей, но конным спортом нет, как-то не возникало желания. А вот у Вики Куприяновой начиналось все точно так же, как у нас с тобой. Она любила здесь кататься на пони. Ну а теперь она занимает первые места и берет золотые медали на самых престижных соревнованиях. В свои 17 лет спортсменка Виктория Куприянова добилась таких успехов в конном спорте, о каких многие могут только мечтать. За свою сравнительно недолгую спортивную карьеру Вика не раз становилась победительницей многих престижных соревнований и уже получила звание мастера спорта. Виктория рассказывает, что впервые увидела живую лошадь в 2 года около цирка. Впечатление было настолько сильным, что впоследствии вылилось в серьезное увлечение. Желание было и мое, и родителей. Я с детства занималась. Сначала около цирка на понях каталась, потом уже построили свою маленькую конюшню, и там у нас было 2 пони. На них я начала ездить. Потом уже все переросло в более высоких лошадей, которые более хорошие, то есть по движениям, по своим, как это сказать, более высокого уровня животные, которые уже стали. И так я начала заниматься выездкой.
По словам Вики, несмотря на то, что тренировки она начала 8 лет, тогда о серьезных занятиях говорить было еще рано. По-настоящему, в полную силу, она начала заниматься сравнительно недавно, всего 4 года назад. На сегодняшний день просто невозможно перечислить всех соревнований, в которых девушка принимала участие, и всех наград, которые ей удалось завоевать. В ее арсенале участие в юношеских первенствах Европы, победы в первенстве России, а также золото по выездке в 6-летней спартакиаде учащихся, которая прошла в августе этого года в Москве. Готовились мы к ним давно, то есть где-то за 2-3 недели начали готовиться до них. И там были соревнования очень крупного уровня. Там были разные всадники, то есть со всех городов, там, с Новосибирска, с Красноярска, отовсюду. И было около 80 человек в моем зачете. И я выступала на другой лошади, он сейчас отдыхает после соревнований. Его зовут Хюбидор, голландской теплокровной породы. Конечно же, для успеха в любом виде спорта недостаточно таланта и желания. Важно, чтобы рядом оказался человек, способный раскрыть потенциал спортсмена. Для Вики таким человеком стал ее тренер и наставник Валерий Волков, старший тренер сборной России, олимпийский чемпион 80-го года в троеборье, воспитавший больше всех победителей молодежных первенств России. Еще одна составляющая успеха Виктории – это любовь к лошадям. С ними она проводит все свое свободное время, а они, в свою очередь, не подводят ее на соревнования. Взаимопонимание между лошадью и наездником – вот одна из важнейших слагаемых формул успеха. Лошади очень добрые животные, то есть и к людям, и вообще, ну, ко всем окружающим. То есть у всех свои характеры, так же, как и у людей. То есть кто-то пугливый, кто-то спокойный, кто-то вот кусается, кто-то что-нибудь еще делает. Все разные. И с каждым интересно работать. Кстати, в тот момент, когда мы общались с Викторией, она активно готовилась к участию во всероссийском проекте «Галопом в Рио-де-Жанейро». Будет выступление на Красной площади на лошадях фризской породы. То есть лошади с длинной гривой, как тяжеловозы, только они все враны. И будет костюмированное шоу ночью, и будут ехать всадники по ДД. То есть парное выступление, когда бежит две лошади рядом, и они исполняют одинаковые элементы. Ну а на сегодняшний день мы уже можем поздравить Викторию, выступавшую в паре с телеведущей Ириной Лосик, с почетным 3-м местом. Ну что ж, друзья, теперь у нас призовая тройка и 3-е место завоевали Ирина Лосик и Виктория Куприянова. Они стали сегодня бронзовыми призерами турнира. Награждаются хрустальными кубками, дипломами 3-й степени, памятными розетками и с лошади розетками зеленого цвета. Это был настоящий парад победы. Вика призналась нам, что ее цель – победа в Олимпийских играх. И видя ее сегодняшние результаты, сомнений в том, что эта цель будет достигнута, не возникает. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Эксклюзивно только в салоне красоты Византия. Биозавивка и долговременное выпрямление волос ProShape от Italy Hair Fashion. Ультрамодная гладкость или дивные локоны. Теперь выбираешь ты. Салон красоты Византия. Площадь Полетаева, торговый центр Кристалл, второй этаж. Телефон 99 26 92.